Кстати, это не всем привет, это продолжение. Я зашел на Чкаловское, и вот это, может, кому будет интересно. Сувенирная продукция. Пункт сувенирной продукции. Это самое. Покажу вам. Цены, что тут есть. Так вот, карта тройка обычно стоит 50 рублей, кажется. Вот такая вот 120 рублей. Ну, в принципе, неплохо для любителей. Ну, люди останавливаются, смотрят. Термокружка, наверное, не знаю, дороговато. Перерыв до 3. А сейчас сколько? 14:36. А, ну блин, времени-то мало еще, но. Карандаш 100 рублей. На магнитиках, кстати, вот правый магнитик как-то вообще засвечен. Слишком ярко. Нет такого на самом деле. На самом деле все темнее, чем на фотографиях. А зачем так делать, непонятно. Выдержку большую ставят на штативе, конечно, но я думаю, у меня бы магнитики получше получались бы. О, ремень 4200, ничего себе, блин. Аккумулятор окаменелость. Да. Тут распродажи. Я не знаю, нужны ли кому-нибудь магнитики, если бы я что-нибудь фотографировал, у меня же фотик-то клевый. Там качество несравненно будет, чем мое и какое здесь представлено. Может, что-нибудь устроить? Типа, или какие-нибудь по заказам что-то фотографировать, там какой-нибудь автобусики, там трамвайчики, и тоже магнитики делать. Их же просто делают, печатают, и все. Главное, чтобы исходник фотографии была хорошая. А у меня-то этого фотографии-то классная. Ну, все так говорят, я-то не считаю.
их какими-то классными. Для меня это просто обычная фотография. Но в основном все говорят, что они офигенные, зашибенские и вообще. И... Ну, короче, надо подумать. Как, не, ну а что, бизнес? Что, как это, мерч, да, называется? Все блогеры продают какую-то хреновину. Деньги зарабатывают таким образом. Типа футболки какие-то, ну, в общем, всякое говнецо. А магнитики, что, блин? Не, реально, кстати, с такой техникой у меня, как у меня, и у меня магнитик можно 10 метров на 10 метров сделать, и будет качество охрененное. С моими-то пикселями там. Ну или хотя бы метр на метр. Ну, короче, в размер холодильника. Магнитик такой, как хренак, и норм. Ладно, посмотрим. А, ну это, кстати, можно и обзор, мини-обзор станции Курская кольцевая. Ну раз уж, я, ну, не знаю, ну просто бонус такой. На полноценное видео я такие маленькие не делаю, хотя можно было бы делать такие маленькие по 5 минут, чтобы просмотров накручивать, все равно же будут смотреть. Но мне это не нужно, поэтому я и не делаю. Я уж заряжу, так заряжу. Ну вот, в принципе, картинку хорошо передает. Вот примерно так оно и есть, освещение. То есть в каких-то станциях темно прям вообще, не видно ничего. На каких-то очень ярко, а на каких-то так себе. Но вот здесь вот нормально. Полы грязные, конечно. Что-то их не почистили, но... Такой пассажиропоток на Курской. Все в телефоны вот идут, уперлись, и они как-то не врезаются. Хрен, уже рефлекс какой-то, что ли. То есть все в телефоны уперлись вниз головой. И смотрите, аварии нету. То есть более-менее нормально. Вот, кстати, QR-код. Чпонькайте, это не на донат алерс. Типа это про метро почитаете. А тут тоже блогеры ставят такие QR-коды, и ведет эта ссылка, чтоб им денежки присылали. Хитрые. На завод идите, бля. Работайте. Переход на Арбатско-Покровскую. Но оттуда, кстати, немного вылезает. То есть вот из того направления меньше, вот с этого направления больше. Не, блин, тут уже на другое видео. Оно к трамваю не относится. Давайте отдельное видео сделаю.
Бабка с тележкой ломанулась, но не фартанула. Да чё, через минуту еще приедет. Чё, не переживай. Уже и потрескалась успела. Ну, такая станция. Вот этот пылесос. Ну, что-то прям полы вообще, вот смотрите, как на стройке. На стройке такие следы вообще. Не знаю, куда выбрать, что показать. О, 001 маршрут. Самый первый. Надо к столбику прислониться, а то снесут нафиг. И большинство знают, что надо в центральные вагоны садиться, чтобы пересадку сделать. Ремонт происходит постепенно. Швы заделывают, потом покрасят. И вот все как бы... Поезд приходит, и вот свободная. Все рассасываются и...
Так вот, как 5 минут из жизни города, из жизни станции. Я думаю, неплохо. Еще бы, конечно, хорошо, чтобы я не поменьше говорил. Но это не про то. Я к тому, что микрофон был бы стерео, было бы лучше. У меня моно в двух сторонах. Вот. А так было бы здорово, вот поезд пришел бы с правой стороны, в правом ухе было бы. А другой поезд в левое ухо. Вот, а этот с левой стороны. Вот. 2:26, 11. Что это? Какой-то он коротенький. Что можно увидеть, если немножко постоять? Синергия 2. Пожалуйста, вам. Ну, вот это вот бонус, короче. Запишем. Хотя я бы на таком прокатился бы, наверное. В общем, красивое, да? И целый ролик получился. Вот так вот и буду снимать. Когда будет холодно, и дождь, и снег. А так встал вот. И... Такой формат вам как? Нормально будет? Я не буду историю объяснять, там, читать из Википедии, как многие делают, там, закадровый текст его. Это вы и сами можете почитать. А я вот так живой, как бы... Вот работник клининговой службы, вот это. Кто вам такое покажет еще? Как выглядят? Я не буду умные слова там про пилоны, про глубину залегания, там, как он там, чего построено, потому что я этого не знаю. Мало кто знает это, просто читают. Я думал, врежется. А она не врезалась. Короче, это уже рефлекс у людей. Они уже как-то жопой чувствуют. Ну, Москва, а чего ходить? Ну, в смысле... О-о-о! Ничего себе! Какая слева пошла. Вот. Ну, я не знаю, как это работает. Я телефон... Из кармана не достаю, поэтому не знаю, как так ходить можно. Постоянно что-то там тыкать. Ладно. Ну вот, африканец.
из Эфиопии. Возможно, они вдвоем заблудились, возможно. Ничего. Но боятся снимать. Вот. Ну, боятся на... А, ну, я не знаю, почему на камеру боятся попадать. Брат, извини, что это? Типа, пальцем тыкнул на камеру, на мать. Ладно. Вот такая история пятиминутная, затянувшаяся минут на 20. И... думал бонус сделать, а получилось полностью сюжет. Теперь вот только от вас буду ждать, понравилось такое или нет. Это же еще сколько станций метро, и как можно на всех станциях вот такие вот сюжетики делать. Тут просто говорить надо громко, возможно, а у меня уже даже горло устало говорить. Вот еще. Ладно, все. До скорого. Пока. До новых видео. О! Опять отправки не будет. А, это синергия один уже. Эвано как. О, камеры тоже. Какой вам бонус-то вообще, а? Прям как вам повезло-то сегодня со мной, что я здесь оказался. Смотрите, сколько увидели. Две синергии подряд. Вторая и первая. Я первый раз вообще за 46 лет, сколько здесь в метро, первый раз такие составы вижу. А вам сразу в одном видео два. Ну вот это да. Дедуля модный, спортсмен. У меня шапочка петушок такая тоже где-то есть. Ну, петушок называлась она раньше. Ну и сейчас, наверное, называется. Надо достать, буду тоже модный. В спортивных штанах Adidas. И вот в шапочке петушок и... Все. Теперь точно прощаюсь, я думаю, уже, ну, была вторая синергия, первая больше уже не будет. Или сколько их вообще, этих синергий? А то тут меня африканская мафия поджидает. Походу, сейчас они ждут. Шучу. Не боюсь я ни африканской мафии, ни никого я не боюсь.
Подходите по одному, главное. Разберемся. Вот. Не, ну за следующего давайте подождем. Что-то у них вот какая-то задержка большая там. До следующего он уже 30 секунд осталось поезда. А что-то как-то... Тоже вручную стрелки переводят. Да, он там уже... Сзади уже состав подпирает. Ну там светятся фары, видны следующего состава. Три 27. Это очень долго для кольцевой. Три 55. Ну, 4 минуты интервал, офигеть. Там стоит уже. Или едет потихоньку. Потихоньку едет. Ну все, ладно. Теперь точно все. Не дают мне закончить. Все какое-то интересное происходит. Движуха. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Комсомольская.